У газеты «АДВР» Лунистрян сегодня юбилей. 30 лет. 11 июля 1994-го ее зарегистрировали. Главный лозунг – «Молдаване, берегите родной язык». Его в своем поздравлении вспомнил и президент Вадим Красносельский. Газета «АДВР Лунистрян» давно стала неотъемлемой частью информационного пространства нашей страны. Рассказывая на молдавском языке о наиболее ярких событиях в жизни республики, особое внимание уделяя культуре и истории молдаван. Молдаване, берегите родной язык. Лилия Асачия в «АДВР Лунистрян» работает 24 года, пишет о политике и законах, а первую статью опубликовала, когда газета только вышла в печать. 9 мая про ветерана с села. Я сама сельская, с Малоежта. И тогда я решила на журналистику пойти учиться, а для этого нужны были публикации. И вот я тогда и узнала, что есть такая газета. Там уже пару номеров выходило. Больше всего Лилии нравится писать о людях. Но у каждого человека ты берешь что-то новое, абсолютно что-то новое. У одного энергию для жизни, у другого какую-то мудрость. Третий просто вдохновляет. И они абсолютно счастливы, потому что им удалось там какой-то сорт, какой-то тыквы там у себя там на огороде вырастить. У газеты «АДВР Лунистрян» единственный на молдавском языке. Есть постоянные читатели и семейные традиции. Есть у нас семьи, каждую субботу есть такая традиция, они пекут плаценту, собираются сегодня у одного соседа, завтра у другого, ну, каждую субботу какого-то из соседей. И они вместе читают газету, вместе общаются, они обсуждают. «АДВР Лунистрян» читают не только в Приднестровье, но и за границей. Это студент Эрнест Андерс из Австралии. По газете учит молдавский язык. Сначала читал «АДВР Лунистрян» на сайте, потом написал в редакцию и попросил прислать живой номер. Он коллекционировал газеты у себя в Австралии, потому что там же газеты выходят не на одном языке, там есть много культур, много языков. Но... И вот ему стало интересно, что есть молдавская газета, и вот он стал учить молдавский язык. Я вот с ним даже общалась сейчас, я писала о нем статью сейчас к юбилею на молдавском. Он играет на скрипке и говорит, очень ему нравятся молдавские мотивы. А сегодня австралиец Эрнест прислал в редакцию «АДВР Лунистрян» цветы и записку на молдавском. Поздравил газету с юбилеем. 30 лет первой приднестровской газете на молдавском языке. Вот первое издание. Всего 4 полосы, тираж 5000 экземпляров. А это современный выпуск на 12 страницах. История, события недели, политика, стройки, спорт, здоровье. А еще есть стихи, рецепты, рассказы. Раз в месяц выходит литературная страница «Лучафорул». Название, как в знаменитом стихотворении Еминеску. Если не будем сохранять свой язык, традиции, все, что связано с нашим, ну, допустим, моим народом, то мы рискуем, что, как говорят, нас будут оплакивать на другом языке. Мы так как потерять свои корни, потерять себя, забыть про то, что ты есть, про твоих родных. Праздник на работе готовят субботний выпуск. Праздничные герои статей. Читатели в этот раз из Италии, Москвы, а еще тот самый австралиец. И, конечно, из Приднестровья.